Какова стратегия выхода на зарубежные рынки? Как наладить экспортное направление? Эти и другие вопросы обсуждали на совещании, участниками которого стали крупные предприятия республики, чья продукция ориентирована на экспорт. Экспортные горизонты не так далеки, как порой кажется производителям. У некоторых предприятий республики имеется немалый опыт по выходу на внешние рынки. Главное – грамотно организовать работу на всех этапах. Изучение потребностей, выверенный маркетинг, выстроенная логистика – так формируется механизм партнерства с зарубежными потребителями. Здесь есть предприятия, работающие на текущий момент в области оборонного комплекса и также имеющие планы по конверсии и также выходу на внешние рынки с гражданской продукцией, что тоже для нас является приоритетом. И, соответственно, госкорпорация, и в том числе РЭЦ, готовы оказывать самые различные формы поддержки. 9 предприятий республики уже дали заявку на экспортную деятельность. Для них в регионе разрабатывается целый комплекс мер по подготовке и выходу на новый уровень. Содействие в продвижении этих товаров. Если продукция требует сертификации, лицензирования, то здесь эти издержки тоже возмещаются посредством софинансирования. Как мы будем работать в 2020 году? Значит, мы определили для себя около 350-400 потенциальных производителей Чувашской Республики. Значит, с ними будет вестись адресная работа. Развитие экспортной деятельности вошло в один из национальных проектов. Ставку делают в том числе и на экспорт спорттоваров, художественных промыслов. Новым экспортерам обещают возмещать из бюджета часть расходов. В республике есть несколько интересных предприятий, которые там большую часть своей деятельности связывают с экспортом. Сейчас как раз для предприятий Российской Федерации, в частности для республиканских, как раз самое то время, когда экспортные рынки готовы к принятию российских товаров. Это и интересные кейсы по выведению на рынок товаров художественных промыслов. Это очень интересная история сейчас для многих стран. Это и товары АПК, которые, кстати говоря, республика тоже очень много планирует экспортировать. Правовую поддержку потенциальным экспортерам готовы оказать и в торгово-промышленной палате республики. Ведь в партнерстве с иностранцами есть много юридических нюансов. Что касается самих производителей, то настрой у них вполне деловой. В качестве своей продукции они уверены и готовы конкурировать на внешнем рынке. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.